У Десногорского энергетического колледжа юбилей. Открыв свои двери в 1980 году, учебное заведение и сегодня остается востребованным и современным. 40-летие этой успешной деятельности отметили 2 октября в Центре культуры и молодежной политики. 7 июля 1980 года в Десногорске открылось профессионально-техническое училище номер 27. И 27 человек рабочих профессий позже стали первыми выпускниками. Ныне Десногорский энергетический колледж все так же подготавливает квалифицированные кадры, реагируя на меняющиеся профессиональные стандарты. Неизменным остается только одно – это понятие профессионализма и высокой квалификации рабочего человека. Это неизменно и это неподкупаемо. Век цифровой экономики, спрос на рабочие кадры и соответствующее образование все так же остается стабильным. Это обусловлено как потребностью местных предприятий, так и экономики региона и страны в целом. Наш колледж работает, готовит действительно высококвалифицированных, высококлассных специалистов, которые работают не только на предприятиях города Десногорска, но и в Москве, и в других городах нашей большой страны. Юбилей – это и подведение итогов прошедших лет. Профессиональные результаты сотрудников колледжа были отмечены благодарственными письмами за труд и заслуги в сфере образования, развитие системы образования области и в целом за добросовестную работу. Пусть ваш колледж процветает и с каждым годом выпускает умных, способных, талантливых, образованных, целеустремленных, настойчивых и смелых будущих специалистов. Торжественная часть вечера была продолжена выступлением городских творческих коллективов. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ.